Большинство мусорных полигонов Подмосковья рекультивируют до 2024 года. Такую задачу перед региональной властью ставит нацпроект «Экология». Одна из его основных целей – ликвидация свалок, которые наносят вред окружающей среде. О результатах работы в этом направлении подмосковным журналистам сообщил министр экологии региона Дмитрий Куракин. В 2018 году под рекультивацию попали полигоны Каширский, Электросталь и Быково. Сейчас завершаются работы на свалках Кучино и Дубна Левобережная. Эта работа, конечно, колоссальная. Мы фактически только приступили к ней. Но, с другой стороны, темпы, которые мы уже набрали, высокие. Другие субъекты Российской Федерации, мне кажется, завистью на нас в этом плане смотрят. Все идет по плану, все идет в четком соответствии с установленными параметрами национального проекта. К 2024 году планируется ликвидировать 21 закрытый полигон. Как отметил Дмитрий Куракин, опыта рекультивации свалок такого масштаба, как Кучино, в России нет. Поэтому то, что происходит в Московской области, беспрецедентно. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.